Здравствуйте, с вами Юля. Сегодня будет следующая часть такого интересного журнала «Ледниковый период 3. Эра динозавров». Давайте немножко посмотрим по-быстрому. Тут есть наклеечки, которые я так и не вклеила. Не получилось. И вот так заполнился журнал. Здесь осталось две. Здесь также Диего. Здесь две осталось. Почти что все яйца собрались. Здесь очень много осталось, к сожалению. Также плохо собираются блестяшечки. Вон сколько их здесь осталось. Всего лишь 4. Оно в других вообще по одной только блестяшки собрано. 2 тут. Тут все собрано. Наверное, это единственный разворот, который целиком все весь собранный. Тут динозавр. Видите, одна только. Здесь также одна плакат идущая. Здесь одна в середине. Вот эти вообще не попадаются. Здесь вон сколько блестяшек. Здесь только одна и здесь одна. Все такие темные и одинаковые. Здесь бак остался. Ну, у меня вот это есть. Я не стала наклеить, так как хочу сравнить с следующим. Также здесь много ненаклеенных. Птички. Сид бежит. Тут уже маленькая персик. Где осталось там найти? Здесь также найти надо много. Ну, все так интересно собирать. Именно в, можно сказать, в сериал. Как в мультик. Очень интересно даже. Тут очень классно. Ладно, посмотрели немножко. И давайте наконец откроем пакетики. Не знаю уж, сколько новых пакетиков здесь. Я уж не помню, что 16 или 17. О, блестяшка. Это у нас жуткий арт-мэнни. Просто кошмарный арт-мэнни. Ну, хотя бы новенький. А вот это... Нет, вот это была. Вот это, может, тоже была. Это точно была. Даже если она в начальных. Вот это я не помню. Они у меня есть, но только не знаю, блестяшка или такая, плакат. Не помню. Если честно, не знаю точно. Вот эти, может, даже есть. Ой, маленький персик. Такой не было вроде. Это вроде другая персик. Этой тоже не было. Класс. Яйца осталось только 2 найти. Может, это и есть. Присяжка, присяжка, присяжка. Нет. Вау, повезло. Плакат идет. Все же они тоже по одной только собираются. Не знаю, что это, какой у них эффект. Мама динозавриха. Яички. Маниса и Эли. О, это троица. Так, опять не попалась, к сожалению, блестяш. Ну, попался Диего. Класс. Ну, конечно, неудачно, когда все равно класс. Обожаю. Мой любимый персонаж. Наверное, так же, как у многих. Ну, и Си тоже. Это прикольное. О! Вот это нету. А, ты тоже не помню. Ура-ура-ура. Вау. Это троица Сида. Класс. Кажется, это было. Вот это его нету. О, кошеди. Тройная. У меня вроде бы есть какая-то из них. Ну, какая, не помню. К сожалению, ни одной. Специально.
Так, усид убегает яйца. Вот это была. О! Да нет, двойная. Нет, вот это и есть. О! Как раз передняя часть. Это не было. Так, следующий пакетик. Блестяшечка. Сид. А, Мэнни опять попался. Так, вроде была, только что попадалась. Все эти вроде тоже только что попадались. Давайте следующий экран. Плакатный. Ну, где... Ладно, Мэнни. Нет, Бак. Из плакатного Бак попался. Вот была. Ой, тоже. И эту. К сожалению, повторки. Есть, блестяшка. Чья лапа? Диего лапа. Кстати, смотрите. Диего блестяшка и Диего плакатно одинаковые. Вот такой артик и такая нарисовка. Не люблю, когда они так делают. Ну, может, новенькие. Если новые спец, значит новые. О, точно новые. Диего такого классного не было. Так. Это не было. Что-то есть, что-то нету. Так, посмотрим, как просвечивается. Ставлю на простую. Да, простая. Нет, такая есть. Руди. Бак. Ничего. С сечками. Плакат. Сит. Мэнни. Кто такой интересный Мэнни? Тоже почти что-то такое же. Была. Класс, новенькие. Плакатные, вот видите, нет ничего, не окон. Да, плакат. О, обнимашки, класс. Мэнни с Элли обнимается, милашки. Вот это не было. Четверная. Где Диего бежит, это вся троица вместе. Что такое, не помню. Опять простая. Да. К сожалению. Иди. И как его там зовут? Спид Крэш. Диего. Это Эли, что ли, прячется? Это как из второй части. Ножка. Нет, не к той ножке. Тоже простая. Блестяшку. Хочу блестяшку. Мне не хватает штук 20 блестящих. Нету такой. Это есть вроде бы. Сиди. Это, наверное, есть половинки. И последний пакетик. Последняя надежда на киноэкран. И это плакат.
И это плакат Диего. Класс. Так. Классно, Диего. Новенькая. Новенькая. Ой, это, наверное, тоже новенькие. Ладно, сейчас все посчитаем, посмотрим, сколько из этого повторок, сколько из этого новеньких, сколько из этого уже вклеено. Так, посчитала. У меня повторок 11. 11 наклеечек. Это прикольно. Вот такое количество я уже вклеила, 20 с чем-то. Плюс это будет 30 с чем-то. Плюс... Я посмотрела почти, что все простые наклейки, все, это обалдеть. Конечно же, еще куча не хватает блестяшек, можно сказать, почти всех. Там здесь только 4 блестяшки нашлось, а мне надо около 20. И вроде 12 плакат, 3 есть, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, да, вот, можно сказать, 2 блестяшки, ой, 2 плакат. Ладно, надеюсь, вам понравилось мое видео. С вами была Юля. Спасибо, что смотрели. Всем пока. Май-май-май.